Добрый день, дорогие друзья! С вами Авдотья Федорова на канале «Звездные секреты». Димаш Кудайберген в свои 25 является кумиром молодежи и примером для подражания. И на родине Димаша, в Казахстане, и за ее пределами подрастает множество талантливых ребят, которые опираются на его творчество. Предлагаем вам испытать чувство гордости и просто получить удовольствие от кавера на песню «Скрининг», исполненную молодыми звездочками Данелией Тулешовой и Даниилом Юном. Тем более, что сам Димаш заметил и похвалил их. Вот что он написал в Инстаграм. «Данелия, Даниил, как же вы красиво спели! Молодцы! Удачи вам всегда и везде!» Да, друзья, ребята спели суперпрофессионально. Многие из нас помнят победу Данелии на шоу «Голос Украины». Девочка просто поразила всех своим вокалом. Потом было Евровидение. Песню для нее выбрали не самую подходящую. Потом World Best, где также прозвучали не совсем удачные для вокалистки песни. Ну а кавер на «Скриминг» Димаша получился просто восхитительным. Yeah.
Как же невероятно звучит голос Данелии, какой он многогранный, богатый и сочный. Что же касается Даниила Юна, то он в свои 11 лет уже обладает парочкой весьма внушительных титулов. Судите сами. Финалист детской новой волны 2016. Победитель «Голос Казахстана. Дети. 2017». А кроме того, он является студентом Академии Игоря Крутого. В своем Instagram мальчик сделал репост со страницы Натальи Чураковой, педагога по вокалу Данелии. И вот, что она написала. «Вообще, я редко делюсь в своем личном профиле рабочими моментами, но на этот раз будет исключение». Поскольку все же конец года, все ждут сюрпризов и подарков, пусть будет вот такой приятный нежданчик с интересной историей. Не судите строго за наляпанное вроде бы без всякого смысла видео, но очень захотелось сделать картинку для этой работы, записанной 1,5 года назад моими любимыми Данелией и Даниилом, вдохновленными только что вышедшей на то время песней Димаша Кудайбергена «Скриминг». Честно, мы очень хотели снять видео на этот потрясающий кавер, но что-то все время мешало. Проекты, съемки и так далее. Многое изменилось с тех пор. Данелия стала брюнеткой, Даня – блондином. Плюс ко всему, у него начал ломаться голос, а снимать видео с повзрослевшими ребятишками, у которых сейчас голоса звучат совсем иначе, как-то не очень имеет смысл. Поэтому пусть это будут разные архивные кадры в сопровождении прекрасной песни в прекрасном исполнении от двух чудесных исполнителей. Надеюсь, мне хотя бы немного удалось удивить вас в канун Нового года. Всем счастья и добра! Спасибо, Наталья! Мы не просто удивлены, мы восхищены. К тому же теперь у многих поклонников Димаша появилась мечта увидеть и услышать трио «Димаш, Данелия, Даниил». Уверены, что «Скриминг» в исполнении этих прекрасных музыкантов будет звучать мега-фантастически. Друзья, всем большой рахмет и отличного настроения! С вами была Авдотья Федорова на канале «Звездные секреты». Всем привет! Поздравляю вас с наступающим Новым годом! Желаю вам счастья, здоровья, успехов, удачи и благополучия! Пусть Хрюня принесет вам все только самое наилучшее! Ваш Даня Юг.